Попытку суицида предотвратили полицейские и пожарные Екатеринбурга. С 12 этажа многоквартирного дома по улице Ярославской хотела спрыгнуть девушка. Когда ее заметили прохожие, она уже сидела на перилах балкона, свесив ноги вниз. На место тут же прибыли правоохранители, медики и сотрудники МЧС. Несколько часов психологи уговаривали даму спуститься. В итоге девушка покинула балкон и попыталась скрыться от полиции, но была задержана для дачи показаний. По предварительной информации, к мыслям о смерти ее подтолкнула ссора с любимым.